Так, попробую показать, как выполняется редактирование библиотеки. Так, открыть. Так, File Open. Библиотеку. Давайте выберем библиотеку с транзисторами. Стандартная библиотека, она есть во всех. Ну, изначально, когда установлена. Так, вот транзисторы мощные. Так, вот у нас имеется здесь подпись. Это уже непосредственно девайс. Это означает сам транзистор с наименованием, с прикрепленными ножками. Вот, допустим, BD140 откроем. Здесь у нас имеется условное графическое обозначение. Здесь вид на печатной плате. Здесь название транзистора и его опции. Это у нас находится по ссылке device. Дальше. Package. Package — это у нас виды корпусов. Для данного транзистора у нас TO-126. То есть вот их несколько типов. V — high — это стоящий. Ну, пусть их будет несколько. Не знаю там какой. Ну, вот любой открываем. 126. Вот он, да, стоящий. Это метка, которая у нас будет обозначать наименование транзистора. Это порядковый номер вместо вот этой метки будет уже на печатной плате. Вот. Это что касается вкладки Package. Дальше. Дальше у нас папка символов. Символы. Ну, это условные графические обозначения этих транзисторов. MOSFET P-канальный, N-канальный, PNP, NPN. Вот они у нас есть, NPN. Дальше PNP. Вот обычную выберем. Вот оно, условное графическое обозначение. Для того, чтобы создать новый транзистор, нам нужно создать новый девайс. Вот. Пишем. Вот. Новый. Пишем название BD 4 единички. Пусть будет такой транзистор. Я не знаю, существует ли он на самом деле. Все. Спрашивает, создаем? Создаем. Здесь, в этом окне, которое мы самым первым открывали, сейчас у нас здесь нет условного графического обозначения. Здесь у нас нет вида на печатной плате. И названия нету. Здесь выбираем условное графическое обозначение. Ищем NPM. Ставим в центр. Так. Так, где? Я забыл. Так, name. Так, здесь вот выбираем, какого он будет у нас вида. То есть непосредственно то, что у нас будет на печатной плате. То есть здесь можно выбрать любой подходящий транзистор и в любом порядке подключить к нему ноги. SOT-223. Я хочу найти TO-126. Любой. То есть вот high, V. А, вот это вот horizontal, видимо. Буква H означает V. Это vertical. Стоя транзистор устанавливается. Вот опять горизонтальный пошел. Так, выбираем горизонтальный. Все, вот у нас появился в этом окне. Дальше. Для того, чтобы у нас была
взаимосвязь между условным графическим обозначением транзистора и видом его на печатной плате, нам нужно ноги присоединить к соответствующим выводам условного графического обозначения, то есть связать условное графическое обозначение и вид на печатной плате, с ножками вида на печатной плате. Для этого выбираем кнопочку Connect. Здесь мы присоединяем, вот мы видим обозначение, это обозначение ножек, вот они, nodes, как она пишется там латиницей. Вот база, коллектор, коллектор и эмиттер. И их нужно нам подключить. Вот тут почему-то уже обозначение базы, коллектор, эмиттер уже имеется. Обычно это ноги 1, 2, 3 обозначаются. Вот. Все, что нам нужно сделать, это подсоединить соответствующие ноги, базу к базе, коллектор к коллектору. Что мы и делаем. Присоединили. Вот они у нас здесь появились уже. Коллектор с коллектором присоединили. Эмиттер с эмиттером присоединили. Все. Нажимаем согласиться. Все. У нас появился новый транзистор. Теперь мы сохраняем. Вот, сохраняем. Все. У нас есть новый транзистор BD1111. Закрываем библиотеку. Создаем. Где? Вот здесь вот нужно отключить активный. Активным сделаем эту папку. Новый проект. Ну, просто папку создам сейчас. Вот. Она у нас здесь создалась. Заходим в ней, создаем новый проект. Да. Новый проект. И в нем новую схему. Все. Схему открыли. Так, у нас библиотеки не выбраны. Выбираем библиотеки из главного окна, с Control Panel, в папке библиотеки. То, что они у нас не выбраны, означает, вот это вот нужно сделать, чтобы все было зеленое. Я сделаю проще. Выберу все. Вот, use all. Вот они все у нас выделились зеленым. Теперь они у нас в нашей схеме, в нашей базе данных. У нас есть все компоненты. То есть выделились все библиотеки, транзисторы. Вот у нас сейчас так довольно долго прогружается. Я не буду искать вручную. Ну, хотя можно найти так. Транзисторы ST, транзистор, по-моему, Power я папку выбирал. И здесь вот он, BD1111. У нас появился новый элемент, мы можем его использовать. Все. 1, 2, 3, BD1111. Урок окончен. Спасибо.